Обсуждение вопросов школьного и внешкольного образования детей-инвалидов стало темой встречи вице-президента Национального благотворительного фонда «Ярдам» Гельмудиновой Малике Равкатовны в обществе инвалидов Кировского района города Казани. Проблемы подготовки детей к школе, доступная среда для инвалидов в школьном пространстве, распространенные стереотипы в их отношении – неполный список издержек, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями в данной сфере. Участники обсуждения высоко оценили эффективность проводимых реабилитационных курсов для детей-инвалидов. Сказать, у меня ребенок вообще стал другим человеком. Во-первых, это вот социум, то, что он не получал в школе, от общения. Ему нужно было это общение. Стороны обсуждения сошлись на необходимости индивидуального подхода при оказании помощи в каждой конкретной ситуации. Также в ходе визита фондом «Ярдам» было передано 100 продовольственных пакетов помощи инвалидам.